Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест, очередной мега МБ. Думаю, вы догадываетесь, кто это будет. Это у нас будет, а если не догадываетесь, сейчас вы узнаете. Это будет у нас душман. Это будет мега эпический, я надеюсь. Кенди я показал, там остальных показал. А это я вам сейчас покажу. Такая вот сборка, чем для него топовая. У него встроенное уклонение уже есть, присутствует. Поэтому, так, это у нас не то, это у нас не то. Вот наши статки. Вот, посмотрите на его уклонение. 8515, ребят. 8515. И это еще не все. Сейчас мы сюда добавим 9-й изворот. Только я где-то его сниму с кого-то. И будет эхэхей. И будет все жестко. Где ты? Где ты? Блин, уже столько 9-х эмблем у меня. Нафига мне 8-е? Надо, кстати, попеределывать будет. Блин, я провтыкал, были 9-е живы продавались. А думаю, будут скоро продаваться. А, вот на Кенди. Думаю, скоро будет продаваться опять. В общем, поехали. Let's go, baby. Я думаю, он сейчас будет жарить. Причем будет жарить жестко. Ну, должен, по крайней мере. Это же душек. Сейчас будет мега эпический у него уклон. Интересно даже, что он сможет сделать. Здесь, кстати, мы поставим сейчас топовую чарку. Священный суд. То есть вот уклонение 5 штук. Священный суд и ставим ему еще дополнительно. Слона. Похвастаемся перед всеми. Тем душиком, думаю, можно похвастаться. Заодно и статки сейчас его посмотрим. Тут более подробно их показывают. Где ты? Такс. Phantom King. Вот так вот, ну, смотрится очень-очень круто, как по мне. А вот его статы. 8515 так и осталось, но у нас, блин, дофигища уклонения процентуального. Поехали просто в рейд. Мне просто интересно, как быстро его будут сливать. О, смотрите, как смотритель четко попал. А вот дальше он, по идее, должен себя хилить. Но что мы видим? Он себя не хилит. От башен не хилит. Потому что от башен увернуться нельзя. А вот от героев можно. И посмотрите, что делается. Это просто жесть, ребят. Это аут. У него столько уклонения, что он просто вот бегает огник на Фрея. И нифига. Посмотрите, какой отхил. Ну что вы на это скажете? Вот скажите, что IGG думали о игровом балансе каком-то, о игровом процессе, когда создавали этот талант. Я не говорю уже про чарку, про талант просто. То есть это просто нереально. Он при этом еще и накраса смог ушатать. Что там? Геймер Геллас. Get this put back. Так. Поехали. Ну, как по мне, реально очень круто. Мне нравится. Не знаю, как вам, пишите комменты, но это просто бомба-ракета. Посмотрите на этот пулемет. Он
Да, он там забирает, но, блин, это душегуб, который противостоит донатным героям. Сколько его там били, ну, ворожай его никак не сольет. Нафига теперь, по сути, вообще ворожай? Пять таких талантов поставил и вперед. И будет тебе счастье. Так, что-то мы где-то не оттуда напали. Давайте на кого-то другого нападем. О, зефирку вижу. Интересно, но зефир должен затащить, я надеюсь. Космос, зефир. А вот недомогание, видите? От недомогания не спасает. Тут без вариантов просто даже. То есть единственное, что останавливает, это еще недомогание, хоть что-то. Вот опять. Недомогание, блокировка. Вот заблочила землеройка. Да, это еще спасает. Но так, то, что вы видели, это просто жесть. А, поехали на подземке. Интересно будет посмотреть на него, на кошмарке. Ну, на восьмой, я думаю, он не выживет. Вряд ли. На восьмой кошмарке будет сложно выжить. Что? Это жесть. Ребят, это реально жесть. Я не верю своим глазам, и вы, наверное, тоже. Но он держится против просто орды юнитов. И его нере... Короче, о чем говорить? Что еще тут надо доказывать? Жмите, короче, лайк, это просто жесть. И делайте таких душиков. Ну, конечно, вы таких не сделаете, но толку от него тоже никакого нет. Но посмотрите, что он делает. Это просто жесть. Это первый герой, который держится соло на этой подземке. Еще ни один герой этого не сделал. Не прожил вот столько. Без маскировок всяких. Это самый крутой уклон, который есть. Даже Кенди с этим не справится. Это просто, ну, немыслимо, ребят. Минута 30. Восьмая кошмарка. Ему пофиг. Посмотрите, сколько всего летит. Это просто унижение. Я считаю, IGG вот просто должны вот посмотреть этот видос, посмотреть талант, который они создали, и подумать, для чего создавать такие таланты, которые рушат полностью весь баланс в игре. Это просто жесть. Что еще надо? Вот скажите. Он просто тупо стоит, и они ему ничего не могут сделать. Это просто жесть. Да уж. Что тут сказать, ребят? Но тут хоть демон убьет. Тут, по-моему, даже комментариев не надо. Просто аут. Даже если я высажу здесь такого зефирку сбоку. Посмотрите на зефирку. Он ушел, правда, в инвиз. Зефирка с одной стороны. Вот он благодаря инвизу спасается от хилу еще. А с другой стороны у нас душек. Вот вам как пройти подземку налегке. Нереально круто, как по мне.
Жесть. Зефирка слился. Но мы нормально-то героев потрепали. Ну а этому пофиг, этот стоит. Это просто нереальная имба. Вот я вот не знаю, это единственный герой, который, если уже круче, чем Зефирка, стоит в подземке, то я не представляю, что на PvP локациях будет сейчас. Сейчас пойдем просто на PvP локации, и он там просто унизит. Поехали. Короче, ребят, это жесть. Восьмая кошмарка соло. Просто соло стоит герой, и его убить не могут в восьмой кошмарке. В такой же сборке у нас не тащит Зефирка. Блин, жесть. Так, где там наша PvP локация? Поехали. Наша арена поменялась. Давайте в ЗБшку зайдем. Блин, я думал, тут прям сейчас будет мега имба какая-то. Я в шоке, честно говоря. Шок от того, что этого героя нереально слить. Это нереально жестко. Если на восьмой кошмарке, блин, столько стрелков ему не могут слить. То о чем тут говорить? Блин, жалко, жалко, они на ту пачку напали. Надеюсь, сейчас будет какой-то донат у нас. Какой-то Фрэнки есть. Поехали. Может, Фрэнки здесь топовый. О, отлично. Вот, заблокировал смотритель. Слил половину. Что мы видим дальше? А дальше мы просто вот так вот. Браво, IGG. Это просто аут, ребят, посмотрите на вот эту вот сборку внимательно. Его просто, по нем не попадают, он забирает энергию, он не дает им заряжаться, вообще нереально, они просто стоят без скилла. Просто тупо без скилла. Офигеть. Просто круто. Да, он их не тащит, он там не особо тащер. Ну вот только раз, только фух и фу. Вы на такого попадаете, душика, и все. И можете просто в ЗБшке забыть про очки. Это нереально его слить. Ну реально, конечно, слить, если у вас там топовая пачка попадет на него. Но он же тоже будет не один. Браво, IGG, в очередной раз вы показали, как вы следите за механикой игры. Да. Так, я хочу какого-то огника встретить. Огник, приди. Космо есть. Ну, космо, наверное, тут опять же не вкачанный. Да, я так и знал. Короче, вот такие вот, ребятушки, пироги. Единственный герой, который прошел 8 1 там, ну и 8-10 и все остальные, если он 8-1 держит и 8-10 держит, то он и все остальные подземки держит. Хотите, напишите комменты, пройдем полностью, все возьмем, пройдем кошмарки соло. Можно попробовать, о, отлично. Можно, кстати, попробовать на него поставить цепа, но я думаю, вряд ли цеп затащит, либо короля. Но у нас будет намного меньше уклона. Но можно потестить, как вариант. Ну вот, Роза, Огник. Мы говорим им до свидания. Это просто жесть. О чем тут говорить? Изворот ему добавляет энергию, даже если у него будут забирать, попадать, у него все равно за счет изворота 9 просто энергия на 80% набирается. У него быстрый набор энергии. Он забирает энергию. Это просто нереально, зачем такое делать?
Да, это круто выглядит, ты собрал такую имбу, но что против него сделать? Вот я попадал на таких на атаке фордов, я просто нахрен вышел, потому что забомбило. Вот еще один герой, пожалуйста, которого вы просто не убьете. Короче, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Я не знаю, пишите, что вы думаете по этому поводу, но как по мне, это уже все рамки перешло. Просто жесть. О, наконец-то меня хоть кто-то затащил моих нубогероев. Короче, не знаю, сейчас еще на арену зайдем, там поугараем, но там топ у меня никакой, поэтому мы там особо не поугараем. Ну посмотрите, ну ему ничего не сделаешь, только смотритель его подбивает. Я не знаю просто сколько точности у смотрителя, что он так уверенно бьет. Но все остальное просто насрать. Нет слов, короче. Будем его тестировать на подземках, ребят. А, я Кенди. Ладно, что его здесь тестировать? Здесь все равно нубики. Я не в том топе. В общем, вот так вот. Пишите комменты, жмите лайки, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.